Практика глубокого расслабления. Шавасана. Ложитесь на спину так, чтобы вам было комфортно и ничего не мешало. Можете накрыться пледом. Приподнимите таз и вытяните копчик к стопам, чтобы убрать излишний прогиб поясницы. Выпрямите ноги. Приподнимите голову. Вытяните шею и положите голову на пол. Расправьте плечи и опустите область между лопатками плотно в пол. Раскиньте руки на комфортном расстоянии от тела. Ладони смотрят в небо. Закройте глаза. Оставайтесь неподвижны в течение всей практики. Переведите внимание на дыхание. Сделайте глубокий, медленный вдох через нос и плавный, осознанный выдох через рот, представляя, как все напряжение в теле растворяется с каждым выдохом. Глубокий вдох и медленный, осознанный выдох. С последующим глубоким выдохом отпустите все мысли из головы. Позвольте себе ни о чем не думать. Не проживать прошлое и не беспокоиться о будущем. Просто наблюдайте ощущения в теле, без анализа и оценок, пребывая в состоянии покоя, расслабления, присутствия. В течение последующих нескольких минут вы расслабитесь глубоко и полно, как за несколько часов крепкого ночного сна. Сейчас я буду называть участки тела, и вы будете направлять туда свое внимание и расслабление. Почувствуйте вашу голову. Как затылок неподвижно и расслабленно лежит на полу. Расслаблен лоб, брови, веки. Глаза в глазницах. Расслаблен нос, скулы, щеки. Губы слегка сомкнуты в мягкой улыбке. Расслаблен язык, челюсти, подбородок. Мышцы лица расслаблены. Лицо спокойно и неподвижно.
расслаблена шея и горло. Дыхание становится все более свободным и расслабленным. Внимание опускается ниже. Почувствуйте, как расслабляются плечи, предплечья, кисти рук, ладони, пальцы на руках. Расслаблена грудь, живот, боковые части талии. Расслабляются все внутренние органы. Расслаблен таз, копчик, ягодицы. Расслаблены бедра, колени, икроножные мышцы и голени. Расслаблены стопы и пальцы ног. Расслаблена вся задняя поверхность тела. Расслаблена вся передняя поверхность тела. Все тело полностью расслаблена. Все тело полностью расслаблено. Мышцы наполняются теплом, расслабляются и стекают в пол. Тело становится невесомым. Границы вашего тела растворяются. Почувствуйте, как ваше тело становится безграничным. Обратите внимание вовнутрь. Ощутите глубинный покой и тишину. Несколько минут останьтесь здесь, наблюдая эту тишину и покой. Постепенно возвращаем внимание в тело. Начинаем осознавать,
границы своего тела. Вы хорошо отдохнули и расслабились. И сейчас мы возвращаемся в состояние ясности и бодрости. Сделайте глубокий, активный вдох и выдох. Начните шевелить пальцами рук и ног, ладонями и ступнями. Вытяните руки за голову и потянитесь всем телом от стоп до кончиков пальцев рук, как будто бы вы только что проснулись. Опустите руки вдоль тела. Согните ноги в коленях и перекатитесь на правый бок. С опорой о правую ладонь медленно садитесь в простую позу с прямой спиной. Глаза все еще закрыты. Соедините ладони перед грудью напротив сердечного центра. И мысленно поблагодарите себя за эту практику.